Более 700 миллионов рублей планируют направить в этом году на лекарственное обеспечение жителей республики. Сейчас право на льготные препараты в Чувашии имеет 96 тысяч человек, причем с каждым годом увеличивается количество тех, кто предпочитает получать именно лекарства, а не денежную компенсацию. Закупки лекарственных препаратов Министерство здравоохранения республики проводит централизованно. Это позволяет экономить денежные средства на торгах. С начала этого года провели более 100 открытых электронных аукционов. По их результатам было сэкономлено 12 миллионов рублей. Все эти сэкономленные деньги пойдут в дальнейшем снова на закупку лекарственных препаратов и позволят улучшить доступность лекарственной помощи нашему потребителю. Кроме того, очень большим подспорьем в реализации льготной программы является внедрение с 2014 года во всех медицинских и аптечных организациях, занятых в льготных программах, программы персонифицированного учета лекарственных препаратов. Это значит, что любой врач и любой аптечный работник может проследить судьбу льготного рецепта, выписанного в любой момент, в любой временной период. Между тем, в республике расширяется сеть аптек по реализации льготных лекарств. Недавно дополнительные пункты открылись в Новочебоксарске, Алатыре и в селе Атлашево Чебоксарского района. В целом, конечно, сегодня и больные, и лечебно-профилактические учреждения, и аптеки в вопросах обеспечения, в вопросах именно логистики, доставки и конкретно доведения этих лекарственных препаратов до больных, эта работа, она у нас налажена.